Адвокат Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме, попросил суд прекратить дело подзащитной. Судья, в свою очередь, отложил заседание до 9 октября. Именно тогда, как надеется защита, дело будет прекращено. На сегодняшнем 5-м по счету заседании ожидалось, что будут заслушаны свидетели защиты, а также представлены результаты независимой экспертизы. Однако вместо этого адвокат допросил только саму Марию. По ее словам, во время допроса следователями ее ввели в заблуждение и дали подписать уже готовый протокол допроса. В то же время Мария подтвердила, что размещала картинки без умысла кого-то оскорбить. После этого адвокат Роман Ажмегов обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. При этом он сослался на недавно принятое постановление Верховного суда России, которое рекомендует принимать во внимание умысел подсудимого и многие другие факторы. Прокурор запросил дополнительное время для ознакомления с ходатайством, и судья перенес заседание на 9 октября. Сама Мария во время и после заседания заметно нервничала. Потому что такое ходатайство очень важно, прекращение уголовного дела в связи с тем пленумом, как бы на него большие ожидания возлагались, а в итоге, как бы, ну, не знаю, лично для меня это выглядит просто реально как какая-то издевка, что раньше они спокойно все ходатайства рассматривали, а сейчас прям 2 недели потребовалось. Сторона защиты надеется, что на следующем заседании суд прекратит уголовное дело. Если же ходатайство отклонят, адвокат заявил, что продолжит свою линию, доказывая невиновность подзащитной. Подробнее о том, как проходило слушание, в ближайшем выпуске новостей.